Хренаще. О, хрюкает-то. Хрю-хрю, ёшкин кот. Как можно бросить банку мимо мусорки? Уважаемый, ну, не знаю, видно вам, не видно. Ну чё, как-то грустно, да? Пока грусть, да. Давай, тащи её, тащи. Небольшая, но приятная. Сядешь сзади на коня? А? Дорогие друзья, здравствуйте всем. Сегодня камбала, сегодня мы с Иваном поедем ловить камбалу. Вот едем мы на Курскую косу, куда пока сами не знаем, поэтому и там клюет, и тут клевало, и тут вроде как. Но всегда вот минус море в чем? Вчера, грубо говоря, был миляк, шторм прошел, поменялась структура дна, и методом проб и ошибок нужно лучшее выбрать, так сказать. Так, ну что, дорогие друзья, прибыли мы. Вроде море там не шумит у нас сильно. Ничего не забыть в машине. Это дело такое. Ох, ребята, капец. Катушки все забыл, представляете? Просто слов нету. Надеюсь, что у меня жена, когда я сейчас. День добрый. Добрый. Ну как оно у вас? Как, просто. Не, ну что-то вы, говорит, поймали даже. Четыре штучки он поймал. Так это же уровень, я так понимаю. Такие, можно? Да. И там, где у вас закурить не будет? Не, мы не курим. Правильно, рыбаки не должны курить. А мне говорили, ребята, что вон на трассе только на креветку. Не, ну, она вот по-разному. Не, мы-то здесь давно ловим. Просто я перед этим два дня назад спрашивал, они говорят, ну, поклевывает, но только на креветку. Полдня 10-го парень выходил. Угу. Весной, там километра, может быть, два, ага, сюда в эту сторону. Всю, говорит, ночь просидели, и сейчас, мужик говорил, всю ночь просидели. Хорошая такая информация. Нет. Ну, есть рыбка, пусть, не зря получится. Целый день, да? С утра сидим. Да. Неправильно сегодня рыба клюет, неправильно. А сегодня... Поросятки. Глянь, какие, да? Вот так. Хренаще. О, хрюкает-то. Хрю-хрю, ёшкин кот. Вань, ну не убегай за ними, потому что я тебя потом не найду. Да? Конечно, они тебя заманят. Бежали, да? Тут какой-то вот лес. Блин, ну ты побежишь, не дай бог. Да, близко не подходи, Вань. Дядь, не видно, да? Ага. Вот он, хорошо. Вот, уважаемый, ну, не знаю, видно вам, не видно, миляк впереди метров 120, наверное, визуально. То есть мы до него, соответственно, не добрасываем. То есть на него, ну, как бы, наверное, бессмысленно приманку ложить. Там глубина по колено. Слушайте, ну вот в прошлый раз серф, так сказать, он... Разницы не было между серфом и обычным фидером. Серф, по-моему, поймал у меня одну рыбку. Вот, а фидеры, вот один у меня, по-моему, 3 или 4 поймал. Короче, иногда разницы у них нету никакой, поэтому. Так, ну что, у меня тут все уже готово. Кто смотрит, тот знает. Все, достал оснасточку, так сказать, все она у вас сформированная, подправил чуть-чуть какие-то там мелочи распутал. Все. 120 грамм для моего фидера, вернее, для моего серфа этого вполне. Больше тут и не надо. Сегодня, так сказать, разнообразим меню для камбалы. Хвостик мы отрываем. Если креветка еще заморожена, то мы ее поперек прокалываем, выводим сюда. А если она уже подморожена, то прям по всему хвостику ее проводим. Вот. И выводим, ну, чем ближе, тем лучше уже здесь. Немножко, так сказать, жальца показали. Вот. Так, и еще у меня сегодня будет выползок. И, ну, не сказал бы, что это прям такая супер насадка, но иногда, опять же, иногда
эта насадка работает. У нас тут даже еще остались навознички. Так, ну что, первый бросочек. Напоминаю, первые броски желательно делать просто на чистом, на одном грузике, легенько. Мало ли там где-то шнур слипся, либо леска, да, зависит, что там у вас. Первый бросок нужно не со всей дури, так сказать, выбрасывать, а поаккуратней, поспокойней. Оп! Что-то слетело. Ну вот, видите, что-то слетело уже. Ну, уже, так сказать, настроено для того, чтобы вытащить и ловить. Вот такие у меня сумочки под оснастки сразу готовы. Здравствуйте. А что это за рыбалка такая? Это на камбалу. Ну подождите, вы сейчас вот закинете, а волной же обратно. Нет, там у меня специальный грузак, все на дне лежит. А приемка какая? Насадка. Креветка, насадка. Давай, Вань, я не знаю, я бы сейчас... Ух ты, красота какая! Ух, ух, красота какая! Ёкарный бабай! Первая поклевка, ребят, 7 часов, начало 8-го. Из 5 фидоров одна поклевочка такая. Шнур висит. Да. Да. Нету? Ну, извиняйте, дорогие друзья. У тебя там дырка тоже есть в этих... И просто да вот. Переворачиваешь батарейку. Давайте переверну. Ну я понял. Вот, уважаемые друзья, посмотрите, какие светлячочки. Ну вот Иван говорит, очень удобно. Я не пользуюсь ими не из-за того, что я отстал от жизни. Просто вот немножко ленюсь, как говорится. Вот. Он просто вставляется, да, вот этот звенящий колокольчик, да? Ну да, да, да. В принципе, его работа. Но он там ничего не загорается, то есть не затухает, а он постоянно горит, постоянно, да? Постоянно горит, вот все. Ага. А у меня второй год они уже. Второй год, да? А ты где брал? У Вани. Вот, сейчас апгрейдимся. Вот так, друзья, Иван, облавливает, так сказать, профессионалы. Да, совместно. Выловили мы, наконец-то. Это первая сегодня камбала, друзья. Да. Клев, можно сказать, никакой, но поклевка была мощная такая. Вот, Тёма, пока... Только не свети, а то тебя плохо видно. Да, да. Вот Александр Иванович, на мою удочку. Тут рыбалка большое что-то, Вань. Ну что-то есть, да? Да. Хороший у тебя. Тяжело, Вань. Подсветим, да, ребят? Давай. Блин, вообще не поднимается. Вау, вот в волну попадает и все. Ой, ух, чересчур стрелил. Есть! Хорошенькая! Смотри, Вань! На верхний, Сань, взяла! Вот! Смотри, я! Смотри, как она быстро в песке может исчезнуть, да. Вань! Хорошенькая, толстая, да? Да! Ой, 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 блин! Сейчас посмотрим. Так. Да, есть. И опять на верхний, Сань. Опять на верхний? На верхний, да. Вот. Опять на верхний, уважаемые друзья. Ой, 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 держи, а то путается. Сань, счастье есть, Сань? Счастье есть, дорогие друзья. Блин, она руку ломает, не Ваня. Руку ломает. Слушай, да, реально, тут вот два фидера работают. Да. Какая-то ямка у нас, что ли, здесь. Подожди, может есть. У меня тоже сначала не было, не было. А потом поближе подводить стал. Есть, да? Ну, подтяжка. Она так потянула, блин. Подтяжка такая хорошая, конечно. Нет, вообще. Вот очередная рыбка, друзья. Очередная. Такая рыженькая. Да, я сам есть. Ага. Четвертую уже рыбку мы поймали сегодня, более-менее, так сказать, настроение у нас улучшается,
Особенно у Ивана. Ну, средненькая такая, да? Ну, да, средняя, нормальная, прогуленная уже. Непонятно. По-моему, нет нифига. О, нет, что-то есть. Может, она просто... Ох ты, стоп, стоп, стоп. Ура! Ёшкин кот. Ну, то есть рыба есть, как говорится, да? Вот, дорогие друзья, попалась мне тоже. Поклевка сумасшедшая. Оттащил, как будто ее там и не было. Надо поменьше. Так, поклевка у меня была на верхний крючок. Остальные у меня вроде не пострадали. Еще можно перезакинуть их. Только закинул, ты же видел? Этот же фидер только закинул. Какая-то ямка у нас, что ли, здесь. Куда, в Швецию кинул? Так, есть. Есть. Небольшая, но приятная. Нормальная. Вот такая комбалеха. Ну. Ну. Поближе ее посмотрим. На верхний крючок опять, Вань. А? На верхний сегодня все клюет. Так, ребят, ну вот по состоянию на 22. 11, да? На 11 часов, да, грубо говоря, да? Да. Вот Ваня две штучки поймал, у меня тут три. Я думаю, что мы сегодня закончим, ребята, вот три комбалы у меня, у Вани две. Такие они добротные, конечно, рыбки, но больше не хотят они брать их сестры, так сказать. Поэтому, ну вот, 5 штучек у нас за вечерок нам удалось. Делаем, так сказать, выводы, что еще рано все-таки. Ну, осенью и не пахнет. Поэтому все, всем добра, дорогие друзья. Подпишитесь, если вам не сложно. Ну и смотрите нас дальше. Анализируйте наше видео.